В Омске снова провалился тротуар, на этот раз на мощенной плиткой части улицы Партизанской. Дыра глубиной почти в полметра образовалась напротив финансового университета. Это уже не первый подобный случай за этот год. Чаще всего появление ям списывают на высокий уровень грунтовых вод. Единственная ли это причина и где нам ждать следующих провалов, разбиралась Екатерина Хлемязева. Опять провал. Обходить стороной опасные участки улиц для мечей уже вошло в привычку. Да и ответы на вопросы, кто виноват и что делать, горожане нашли давно. Халатность, наверное, те, кто этим занимается. Нужно просто усилить контроль за организациями, которые исполняют свою работу. Скоро все снегом занесет, замерзнет, их не будет. Как и с дорогами. Таких примеров немало. Этим летом сильно пострадала плитка на Иртышской набережной. Там после ливня образовались ямы двухметровой ширины. Не уберегли участок набережной в районе площади Бугальца. Его признали аварийным и оградили забором. В мэрии уверяют, они не в состоянии отслеживать каждый провал. Поэтому полагаются на обращение жителей. В случае с Партизанской улицей так никто и не позвонил. Помогли соцсети. Если в 11.01 значит, информация на аварийном Омске была выложена уже, то в 11.18 она была уже передана в управление дорожного хозяйства и благоустройства. В настоящее время на этом месте работают, значит, 2 единицы техники у нас, 4 человека людей. Ну, в течение 1,5–2 часов обещают закончить. И чаще всего проваливается именно тротуарная плитка. Это красивый, но очень капризный материал, говорят эксперты. Небольшое нарушение технологий, и после дождей появляются ямы. А результаты проверок показывают, в Омске класть плитку пока не умеют. Недоуплотнение или вообще неуплотнение, недостаточное увлажнение при уплотнении и, может быть, некачественный материал. То есть песок должен быть с минимальным количеством поливатых частиц, глинистых частиц. И только тогда получится хорошее сцепление, хороший дренаж, то есть отвод воды будет обеспечен. И плиточка будет лежать. Убрать такие провалы несложно, говорят специалисты. Однако, если не обеспечить отвод воды, ямы будут появляться снова. В Омске ливневой канализации обеспечено чуть более 10% дорог. А значит, любой тротуар под угрозой. Екатерина Хлемязева, Александр Рябухов, Виталий Двораковский. Новости здесь, Омск.